Всем привет! Давайте поговорим о развертке. Это такая штука, я вам скажу, занимает столько времени. Еще не факт, что получится, но давайте разберем ее. Открываем нашу раскрашенную модель. Жмем на The Plugin, здесь вот кнопка. Нажимаем. Вот у нас здесь UV Master. Открываем UV Master. Нажимаем UV Master. Вот такое у нас здесь. Такое окно у нас здесь. Вот так оно выглядит. Стоит симметрия, полигруппы вот здесь вот. Жмем Enable Control. Вот эту кнопку. Вот так у нас все получается. И теперь жмем Work on Clone. Нажимаем Work on Clone. Сейчас он прогонит. Вот, вот такое у нас получается дело. Залился он белым цветом. Вот эта кнопка. Ставим Return. Вот она. Залился он. Теперь мы делаем следующие манипуляции. Жмем вот эту кнопку Unwrap. И у нас идет, короче, преобразование вот этой текстуры раскрашенной в раскладку эту. Вот она уже прогналась у нас. Давайте посмотрим, что получилось. Вот опять же, вот эта фишка. Нажимаем кнопку Clear Samples. Check Samples. Ну, разберетесь, словом, вот она. Вот он тоже что-то высчитывает тут, преобразует. Вот он ее прогнал. Вот получается вот эти полосы. Сейчас я вам ближе подвину. Вот эти полосы, здесь будет развертка раскрываться. Вот эта вот часть, там следующая. Вот это все дело. Вот так она ее развернет. Вот. Давайте посмотрим, что получилось. Жмем вот эту кнопку Flatten. Опять ждем. Хочу сказать, что это дело все заняло у меня где-то часов 7. Очень долго он преобразует. Не знаю, как в 3D Max, еще где-то. Ну, может, кто-то знает другие программы, где можно сделать побыстрее, так делайте там. Очень долго. Это насколько должен быть мощный комп или ноутбук, чтобы это дело все летало. Вот он опять преобразует. Ждем. Посмотрим, что он нам покажет. Вот такая фишка у нас вышла, видите. В интернете показано, как сделать лицевую, чтобы развертку поменять. Я вам сейчас тоже покажу. Допустим, вот развертка вот такая у нас получилась. Вот шлем, там это. Нам, допустим, такое не надо. Заходим опять в The Plugin. Отключаем вот эту кнопку, жмем Win Flatter. Flatter. Извините за английский, он у меня никакой. Пардон. Сейчас мы вернемся назад. Все происходит очень долго, медленно. Хотелось бы побыстрее.
но не получается. Вроде и ноутбук мощный, но определенное время должно, видать, занимать это дело. Можно сказать, сколько времени потрачено на изучение этой программы, это нереально ее выучить все. Надо либо курсы какие-то проходить, и литература вся на английском. Все очень тяжело, идет с трудом. Вот то, что по видео успеваю выхватить, вам показать, запоминайте. Я без общих объяснений, зачем это надо. Запоминайте пока кнопки, как все в процесс делается, а потом уже прочитайте там литературу, очень много времени надо, чтобы вдаться в все эти подробности. Вот опять мы открываем это дело. Вот у нас вот эта включена кнопка Enable Control Painting. Вот мы нажимаем Protect, включили, и вот начинаем раскрашивать, где бы мы хотели сделать лицевую часть развертки. Вот так мы это дело все отмечаем. Все это дело мы закрашиваем. Скажу вам, что все сделал точно так, как объяснялось в видео, но развертка у меня не поменялась. Но я вам покажу принципы, чтобы вы знали. Это и для меня видео в будущем, если забуду, посмотрю, чтобы не лазить по большой массе видео. Я уже столько его переглядел, что без хорошего интернета, безлимитного, в принципе, выучить эту программу, ну, просто нереально. Вот так вы все это дело закрашиваете. Вот таким делом. Теперь нам надо заднюю часть оформить. Давайте оформим заднюю часть. Опять же, входим в UV Master. Attract, вот эта кнопка. Разворачиваем модель спиной. И давайте тут закрасим синим цветом. Короче, вот такая песня у нас получается. Здесь типа будет задняя часть. Чтобы он там не делал нам полосы, развертки. Лицевую часть, короче, если нам надо. Здесь давайте подровняем тоже. Вот таким делом. Красиво красится, конечно. Ничего не скажу. Так. Сейчас я тут зацепил кое-где. Вот здесь теперь подкрасим. Все. Вот такая фишка у нас получилась. Теперь опять заходим в The Plugin. Опять же UV Master. И жмем вот эту кнопку опять. Unwrap. Это часа на 2,5, у кого послабее ноут или компьютер. Прям часа 3, наверное, будет. Если сбоя никакого не произойдет. Так что очень печально это дело. Давайте теперь. Вот теперь откроем Flatten. Опять вот эта кнопка Flatten. Это уже после второго прогона у меня. После раскраски лицевой задней части. Может, модель просто я не делал в ZBrush. Я делал ее в Sculptress. Я все модели делаю там. Поэтому давайте посмотрим. Может, из-за этого не меняется эта раскладка. Все может быть. Бывает у меня модели даже по симметрии после Sculptress не соответствуют. ZBrush, он там что-то показывает, что-то пишет. Ну, в принципе, я в ZBrush не леплю. Я здесь только некоторые фишки беру, которые могут пригодиться мне. Вот опять у нас такая вышла. Здесь чуть побольше стало. Поменялось, конечно, немного, но... Опять жмем плагин, отключаем вот этот, жмем вот эту кнопку Unflatter. Unflatter, Outswishing.
Так. Нажимаем, смотрим. И пойдем к следующему пункту, который был показан. Тут еще можно полигруппы прогонять. Вот эта кнопка делается полигруппы. Жмется также вот этот. Или для нескольких моделей. Если у вас там две сферы, допустим. Вот такая фишка. Вот эти кнопки, которые здесь есть. Вот эти. Здесь можно больше делать, допустим, какую-то часть. Вот эта вот кнопка. Protect, Attract. Ну, следующее после Paint. Этого нажимаете, вот у вас здесь высвечивается такая же фишка, красите модель, где бы вы хотели сделать больше объем, допустим, текстуры, вот так лицо, допустим, красите, чтобы больше разворот был растянутый или там уменьшенный. Ну, короче, разберетесь. Я вам только вот это покажу. Вот теперь мы жмем основную нашу модель. Вот она высветилась у нас. Теперь открываем опять The Plugin. Черт, мозги закипят. Теперь жмем кнопку прикрепить вот эту к модели. Нашу развертку прикрепить к модели. Вот это паст. Нажимаем пастель. Да твою мать. Это ужас какой-то. Взрыв мозга, если самому изучать программу. Я не знаю, это информация, сколько зрительной, если на английском смотрите, сколько всего надо запомнить, что остальное вылетает, а времени сколько надо. Если вы женаты, то, в принципе, изучить работа, дом, очень много времени надо на эту программу, так что не заморачивайтесь в большинстве. Все, вот это мы нажали. Теперь мы открываем UV Map, вот эту кнопку. Жмем вот этот Morph Web. Вот такая фишка у нас получается. Ну, в принципе, она не должна была такой получиться. Что-то пошло не так. Давайте ее отключим. Удалим. Опять зайдем в The Plugin. Так. Теперь ее... Давайте эти копируем. Теперь откроем нашу модель раскрашенную. Заходим опять сюда, жмем вставить ее в модель. Ждем, вот она написала. Развертка вставлена. Открываем UV Map и жмем Morph Up. Вот она у нас развертка. Вот такая у нас развертка получилась. Вот. Все, всем пока, до свидания.